Ну что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики, с вами, как всегда, на связи The Life, робот, распаковки и обзоры. И, дорогие друзья, сегодня у нас очередной эпизод, новый выпуск. Сегодня у нас будет киндер-сюрприз Лига Справедливости. Прикупил я вот такое вот новое яйцо, новая серия запустилась, называется киндер-сюрприз Лига Справедливости. Игрушка из коллекции в каждом яйце. Здесь у нас изображен Супермен и надпись Kinder Surprise Лига Справедливости. По-английски надпись, конечно же. Это у нас по DC Comics, соответственно, Супермен. Вот такое вот яйцо небольшое. Да, крутится, вот оно. Ой, давайте-ка Супермена закрутим. Супермен закрутился. Сзади, ой, гляньте, даже видите, аж смеялась. Сзади вот так вот выглядит. Мы просто его перекрутили, яйцо. Она даже, видите, смеялась. Вот такое вот яйцо. Вот киндер сюрприз. Зато теперь ровно стоит. Давайте-ка непосредственно приступим к анбоксингу, к распаковочке. Так, она, яйцо уже тает прям в руках от света яркого. Видите, какой мне прям в раю. Обзоры проходят в раю, съемки проходят в раю, поэтому очень светло и жарко. Во. Вот мы открыли. Давайте-ка сразу же интригу у нас, видите? Здесь у нас вот такая вот капсула. Итак, барабанная дробь. Что тут у нас попалось? Оп! И у нас попался, видите? Супермен. Супермен. Оригинально. Ставьте ее. Класс. Видите? На этикетке изображен Супермен. И попался нам Супермен. Просто, знаете, изи, 100%. Что изображено на этикетке, что и внутри. Просто лайк. Лайфхак. Да, видите, все срабатывает. Супермен. Давайте-ка посмотрим на Супермена нашего. Вот такая вот ленточка. И здесь у нас еще имеется вкладыш. Да, вот такой вот вкладыш. Так, киндер-сюрприз. Вот, помялось. Так, вкладыш у нас здесь вот такой вот. Так, вот такой вот у нас Супермен. Да. И здесь у нас вся серия Лига Справедливости. 8 игрушек в коллекции. Это у нас Супермен, Чудо-женщина, Аквамен, Бэтмен, Зеленый фонарь, Флэш, Киборг и Джокер. Лига Справедливости и вот такой вот у нас Супермен, как вы видите. Такая вот фигурка, чем-то напоминает китайское Лего. Знаете, Лего Дупла. Да, только китайское. Ну ничего. Вот тут можно вот так вот руками дергать, видите? Вот так вот руками дергается. Вот он. Смотрите. Вот если видно. Да? Вот так вот руками можно дергать. Вот. Раз, два, раз, два. Так что вот такая вот у нас была сегодня фигурка. Попалась. Киндер-сюрприз. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. И после подписки обязательно нажимайте на колокольчик. На этом все, дорогие друзья. Ждите новых выпусков, новых шоколадных яиц. Буду собирать всю коллекцию. Всем удачи, все. Пока. Пока.